Ага, вот здесь он открывается. Ну, как вы заметили уже, наверное, надпись «Педаль». Да, велосипедные педальки я себе решил купить. Так, ой, что-то тут пристегнуто. Пакетик. Ладно, отцепим. Так, а здесь маленький вот такой ключик. И раз, два, три, четыре, пять. Пять запасных шипов. И сами вот такие вот педальки. Вот такие вот педальчики я решил себе взять. Так, коробку убираем. Так, ключики. Итак, две педальки, левая, правая, все правильно. Почему решил взять? Так как у них, в принципе, и площадка побольше, и они более шипованные. Так как с моих старых педалей у меня нога уже неоднократно соскакивала, что случилось буквально несколько дней назад. И, в общем, после того, как у меня нога соскочила, голенью я ударился об педаль. Было очень неприятно, очень больно. Немножко я поматерился. И в итоге решил прикупить себе вот такие вот педалечки. Скорее всего, я так думаю, они, возможно, на одном промподшипнике в лучшем случае. К сожалению, сейчас мне инструмента под рукой нету, чтобы разобрать, посмотреть. Но будем надеяться, что промподшипник внутри все-таки имеется. Итак, Scootgood, короче, Scootgood модель. Какие-то вот черепушки, молнии нарисованы. И модель SG12L. И тут надпись Perlin. Не знаю, что это обозначает. Здесь CRR надпись. А здесь CRL надпись. Выполнены, в принципе, мне кажется, достаточно неплохо. Но видеообзоров, по-моему, достаточно много на эти педали. Повторяться уже особо не буду. Итак, выполнены из алюминия. Черно-красная расцветка. С торца золотистый пробочка-вертыш. Весят я не знаю сколько, но может быть тяжелее, чем мои те. Может быть легче. Врать не буду. Сравнить на данный момент не могу. В принципе, мне нравится внешне. Посмотрим, как они будут во время эксплуатации. Больше о них рассказывать-то и нечего. Разбирать я их сейчас не буду, так как, в принципе, и нет необходимости. И инструментов у меня сейчас под рукой тоже нет. Но могу сказать, крутятся они так немножко не то чтобы с усилием, но с некоторым трением, я думаю, это из-за сальника. Думаю, сальник создает некоторое трение, так как он, видно, он и сам проворачивается. Так же, как и на этой педали. В принципе, о них больше особо рассказывать-то и нечего. Педали как педали, ничего сверхъестественное. Простые, симпатичные педальки. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся и до новых встреч. Пока.